Как сбросить 2-3 килограмма за одну неделю? На самом деле, убрать 1 или 2 килограмма за одну неделю достаточно просто. Всем здорово. Да, я согласен, похудеть на 2-3 килограмма за неделю это просто легко. Сейчас я вам покажу супер жиросжигающий рецепт. Благодаря этому рецепту вы сможете скинуть 10-15 килограмм за месяц, просто не напрягаясь. Вы готовы? Сначала берем, наливаем водичку. После этого добавляем туда пару кубиков льда. Можете добавить какого-нибудь сиропа или лимона по вкусу. Все это перемешиваем и пьем целую неделю. Кушать нельзя. Вот и весь жиросжигающий рецепт. Я вас уверяю, вы скинете около 10-15 килограмм за месяц. И вы серьезно в это поверили? Это же полнейший бред. Потому что худеть даже на 2-3 килограмма за неделю, это достаточно быстро. Ведь самое грамотное похудение это около 1% в неделю, может чуть-чуть больше. Допустим, если вы весите около 100 килограмм, вам в неделю нужно скидывать около 1, может 1,5 килограмм, не более. В противном случае, если вы будете скидывать больше веса, вы просто-напросто будете терять свои мышцы в первую очередь, а только потом будете терять небольшое количество жира. Просто поймите одну простую вещь. Жир нужен нашему организму для выживания. Поймите одну простую вещь. Нашему организму нафиг не нужны ваши мышцы. Он будет стараться потратить ваши мышцы и оставить жир. Ведь жир ему нужен, чтобы выжить. Мы спокон веков привыкли выживать. А если вы сделаете слишком большой дефицит, мало того, что вы будете терять мышцы, в первую очередь, ваш организм начнет замедлять все обменные процессы в вашем организме. Просто дойдет до того, то что вы будете кушать 800-1000 килокалорий, и вы не будете худеть. Ведь ваш организм замедлил ваш метаболизм. Это приведет к вашим расстройствам, к РПП и так далее. И вы просто посадите свою психику, обожретесь и потолстеете, и наберете очень много килограмм жира. А если вы не знаете, как грамотно построить ваш рацион питания для похудения, а также программу тренировок, все мои соцсети, ссылки в шапке профиля. Обращайтесь, и я вас приведу в желаемую форму.